На сегодняшний день мы выпускаем продукцию всего лишь 10-20% металлоформ, которые выпускали ранее. Завод на сегодняшний день находится в тяжелом положении. Значит, мы вынуждены делать продукцию для шахт нашего города, для шахт города Селидово, города Доброполя. Мы работаем с использованием 60% рабочего времени. Значит, и работаем в связи с тем, что нас ограничивают в электроэнергии. Поэтому мы работаем по 4 дня в неделю. Это вторник, среда, четверг и пятница. И по 6 часов. Значит, с 8 часов до 3 часов. После 3 часов наш завод ограничивает в электроэнергии или выключает вообще. Значит, поэтому мы выбрали этот режим, и в этом режиме мы работаем уже больше года. Значит, сейчас работаем над тем, чтобы все-таки с 1 января работать полные 5 дней рабочих, в связи с тем, что у нас уже есть наработка заказов, и, значит, если раньше мы работали на 2-3 недели только у нас заказов было, то на сегодняшний день у нас заказов на 1,5-2 месяца. Но, к сожалению, эти, значит, заказы не подтверждены финансами, а рассчитываются в основном заказчики только по бартеру, углем, электроэнергией, значит, материалами в основном, те, которые мы используем. Это металлопрокат, электроды и другие. Ну, вот молокозавод, мясокомбинат, колхозы и так далее, которые имеют, значит, возможность отпустить нам продукцию по бартеру, поэтому мы эту продукцию, значит, реализуем нашим рабочим по их согласию. Значит, если они согласны, значит, мы им в счет заработной платы отпускаем этими продуктами по спискам и так далее. Новый год – это не только долгожданный праздник, но и значительные финансовые растраты для каждой семьи. Продукты, сладости, спиртное, подарки под елку. Мы побывали в магазинах города, поинтересовались, что они могут предложить своей предпраздничной торговле, каким будет режим работы в празднике. В ассортименте у нас есть подарки и для детей. Вы сможете купить игрушки, вы сможете купить елочные украшения, кто не успел их приобрести. Для своего мужа или для жены можно приобрести подарки в пределах от 500 до 2-2,5 миллионов. Наш магазин «Черемушки» располагает сейчас широким выбором колбасных изделий. Много завезли сыров. Есть твердый сыр пошехонский, есть сырки. Много кондитерских изделий Львовской кондитерской фабрики. Цены очень приемлемые. Также имеются в широком ассортименте спиртные напитки. Шампанское, водка, всевозможные ликеры импортные. Есть также дешевые у нас яблоки, 110 тысяч килограмм. Приходите, пожалуйста, покупайте. Thank you.
Под новогодние дни мы предлагаем вашему вниманию широкий ассортимент шоколадных конфет, печенья, разные виды кофе, чай, цитрусовые, лимоны, бананы у нас есть, дыни даже. Мясные и рыбные консервы, все виды майонезов, напитки, соки, шоколад. Подарочные наборы для детей, самых маленьких и постарше. 22 декабря во Дворце культуры имени Ленина состоялись рождественские встречи с музыкантами, которые в разное время принимали участие в музыкальной жизни нашего города. Don't give you back on the blue day, you choose my beloved on the day. Я все знаю, со мною рядом друзья. Я не одна, со мною рядом друзья. Ни к чему теперь слова. Прежним стать я не сумею, в том виновата ты сама. Не прощу все равно, ты напрасно не жди, больше в сердце моем не осталось любви. Пусть забыть нелегко, я сумею забыть, без тебя все равно я сумею прожить. Как и для всех наших телезрителей, 95-й год и для меня, и для аппарата исполкома был очень сложным. Ну, для сравнения, наверное, две контрольные цифры. Итог 94-го года – это перевыполнение доходной части бюджета на 75 миллиардов. Итог 95-го года – это кредиторская задолженность исполкома более 100 миллиардов. Но несмотря на финансовые трудности, которые коснулись, наверное, не только исполнительной власти, финансовые проблемы были присущи всем промышленным предприятиям, ну, в принципе, всем организациям, учреждениям, независимо от форм собственности. Как бы там сложно ни было, но в этом году отопительный сезон мы начали своевременно, за исключением нескольких домов, работы по которым затянулись на месяц. Но вместе с тем, в общем, тепло в нашей квартире в этом году пришло. И гораздо раньше, и более качественно был произведен ремонт жилого фонда. Вы, наверное, все помните прекрасно, каким сложным был вопрос строительства памятника в честь 50-летия победы над фашистской Германией, памятника освободителям города Красноармейск. Ну, говорят, что некоторые жители даже заключали пари между собой, успеют или не успеют построить этот памятник к юбилейной дате. Ну, практически успели сдать памятник, хотя с небольшими недоделками. Но если бы жители и избиратели наши знали, какой ценой это все далось аппарату исполнительного комитета, руководителям предприятий, организаций, учреждений, еще раз хотел бы выразить огромную благодарность тем лицам, которые принимали самое непосредственное участие в сооружении святая святых мемориального комплекса в зоне микрорайона Южный. Мы провели анализ работы ряда предприятий, и в итоге этого анализа пришли к убеждению, что некоторые руководители промышленных предприятий не соответствуют занимаемой должности. Это хорошие люди, но сегодня недостаточно быть хорошим человеком для того, чтобы решать вопросы в условиях нестабильной экономики, в условиях отсутствия финансовых средств.
Поэтому по нашим рекомендациям областным фондом госимущества и сегодня рассматривается несколько кандидатур по вопросу освобождения от занимаемой должности. Работать сегодня очень сложно. Без электроэнергии, без лимитов, должных лимитов на газ и водоснабжение города, без в достаточном объеме финансовых средств. Мы тебе вместе стараемся. Ребята, а вы будете около меня петь и плясать? Да. А стихи читать? Да. А скучать? Нет. Нет таких? Да. Вот и прекрасно. Вы готовы петь и плясать? Да. Время праздник начинать. Все вы, дорогие и близкие, шлю поклон вам низкий и низкий.